Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сергей Петров. Я являюсь техническим тренером компании SKF уже почти 7 лет. Вот, накоплен очень большой опыт сотрудничества с сервисами, с нашими конечными клиентами, дистрибьюторами. Значит, мое краткое выступление хотел бы построить следующим образом. Буквально 5 минут расскажу вам о компании SKF. Надеюсь, все ее знают, но тем не менее, что мы делаем для рынка запчастей и вообще для мира в целом. Вот, после этого расскажу кратенько о нашем проекте, вот, совместном проекте. Да. Значит, приступлю, да, буквально об SKF несколько слов. Компания основана в 1907 году в Швеции, в городе Гетебург. Соответственно, начинается компания с разработки самоустанавливающегося подшипника. Основатель компании Свен Винквист работал на текстильном производстве. Там были достаточно большой длины валы, которые приводили к тому, что подшипники из-за перекосов быстро выходили из строя. Соответственно, Свен Винквист изобрел и впервые запатентовал самоустанавливающийся подшипник. Вот с этого начинается история компании SKF. Уже в 1914 году начинается строительство завода в Москве. То есть просто для сравнения, да, всего лишь 7 лет прошло с момента основания компании, уже начинается строиться завод. Кстати, здание до сих пор сохранилось на Шаболовке, находится, но сейчас это бизнес-центр, и там визовый центр, и, как ни странно, в Швеции тоже. Соответственно, в России в 1918 году, после революции, этот завод был национализирован, переименован в ГПЗ номер 2. Вот, завод отработал в советское время, ну и, соответственно, благодаря этому, может быть, здание сохранилось. Частично оборудование, кстати. И, соответственно, в 2014 году мы отметили уже 100-летие компании SKF России. Вот. Рассказывать об SKF можно очень много и много всего интересного, но мы ограничены во времени, поэтому расскажу кратко, в каких сферах работает SKF. Да? То есть это во всех промышленных сферах и вообще во всех сферах, где есть, в принципе, любое оборудование, техника и так далее. Да? То есть где используются подшипники. Подшипники у нас используются во всех сферах, да, и 70% всей продукции SKF – это, прежде всего, подшипники. Автомобильный сектор занимает примерно четверть от всего объема SKF. Остальные сферы, самый большой – это промышленный сектор, различные оборудования, станки и так далее. Туда мы поставляем свои решения, не только подшипники, да, то есть сопровождение работы конвейеров, производства, в том числе в России. Дальше – авиационная промышленность, железнодорожный транспорт. Кстати, единственный завод SKF в России сейчас находится в Твери. Выпускаем мы железнодорожные буксовые узлы. Вот этот завод работает и поставляет, кстати, продукцию не только на наш отечественный рынок, но и на европейский. Вот. И теперь вкратце о том, что SKF производит для автомобильного рынка. Да? То есть прежде всего SKF ассоциируется у вас с подшипниками, со ступичными узлами, да? Но не только эту продукцию мы производим. Также мы делаем детали двигателя, то есть это как для систем приводовспомогательных агрегатов, так и для ГРМ. То есть все ролики, натяжители, ремень, водяные насосы и все, что входит в комплект приводовспомогательных агрегатов и ГРМ. Также верхняя опора амортизаторов. Это достаточно большой рынок для нас. 30% мирового конвейерного рынка – это наши поставки. То есть мы поставляем на конвейер не только подшипники, ступичные узлы, но и верхняя опора амортизатора. Также производим шрусы, приводные валы в сборе, ну и, соответственно, отдельно пыльники, смазку и так далее. Вот. Уникальность производства подшипников в чем заключается? То, что мы закупаем только материал, имею в виду металл, да? Все остальное мы производим сами. То есть мы делаем кольца, тела качения, смазки. Отдельно у нас подразделение занимается смазочными системами, отдельно уплотнением. То есть мы осуществляем полный цикл производства подшипников. Потому что некоторые компании покупают, например, тела качения или уплотнение, или еще что-то. Да? Вот. Также есть уникальные, например, испытательные стенды, запатентованные, да? Например, грязевой тест, который ни у кого больше не существует. И многие производители к нам также записываются на тестирование подшипников в жестких условиях. То есть это соль, грязь, песок и так далее. Тест занимает несколько месяцев, поэтому достаточно большая очередь на этот тест. Вот.
И, соответственно, также мы производим продукцию не только для автомобильных, для легковых автомобилей, да, но и для легкого коммерческого транспорта и коммерческого транспорта. Также есть уникальный проект, например, для Peugeot Citroën мы поставляем шаровые опоры только для Peugeot, сразу я говорю, для других автомобилей не делаем, потому что там запатентованный подшипник, но только для концерна Peugeot Citroën на конвейер мы поставляем эти узлы. Ну и, соответственно, различные подшипники в трансмиссию, в коробку передач, ну, то есть везде, где есть узлы, да, которые требуют снижения трения. Также вот специнструмент для автомобильного рынка, который позволит в сервисе работать профессионально и избегать каких-то рекламаций, претензий по качеству именно из-за вопросов неправильной установки. Ну, наверное, если будут у вас вопросы, я в перерыве отвечу, потому что, как я и сказал, говорить можно об этом много. Да? Перейдем к следующей части вот, в нашем проекте совместно с инженерным центром Smart. Как я уже сказал, мы не предлагаем вам что-то купить, да, купить запчасти или инструмент. Мы предлагаем именно содействовать бизнесу. Относительно недавно, 2-2,5 года назад мы запустили программу сертификации сервисов. Сейчас у нас в сети 15 СТО в разных городах. Это Москва, Московская область, Тверь, Краснодар, Ростов, Киров, Вишкар-Ола, Санкт-Петербург. Вот. И у нас сейчас на данный момент 15 сервисов в разных городах. Также в Тольятти достаточно большой сервис. Вот. И мы в целях дополнительного предложения клиенту работаем как? Мы расширяем гарантию на нашу продукцию. Да? То есть, если есть определенная стандартная гарантия, которую предоставляет сервис, мы после проведения нами обучения, да, после предоставления инструмента, мы гарантируем клиенту, что мы расширяем гарантийные обязательства. Мы гарантируем, что наши детали будут ходить достаточно долго. Да? Мы в 2 раза, в 3 иногда увеличим гарантийный срок, то есть индивидуально, скажем, сервисом.